Владислав Басенко давно мечтает съездить в санаторий, чтобы поправить здоровье. Но собрать и подготовить для этого все необходимые документы у парня просто не хватает времени. Владислав с рождения инвалид по слуху, и ходить за справками по многочисленным инстанциям ему неудобно. Но узнав, что через портал госуслуги можно сделать путевку в санаторий, не выходя из дома, он незамедлительно воспользовался такой возможностью. Я оформил заявку, собрал нужные документы, предварительно посмотрел их на госуслугу. Выбрал себе санаторий получше, покомфортнее. И в скором времени я туда поеду. Как известно, портал госуслуг позволяет гражданам сэкономить и время, и средства, оформляя документы, не выходя из-за домашнего компьютера. Особенно удобно это для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них на портале доступны, кроме стандартных услуг, еще информационная поддержка по получению социальной пенсии по инвалидности, получению путевок на санаторно-курортное лечение и оформлению ежемесячных выплат. Лично для меня это очень удобная вещь. На самом деле, потому что с моим слухом, как я помню, раньше я ходил по больницам, когда врачи выписывали диагноз, я не до конца все слышал, стеснялся переспрашивать и всем таком духе. Вот. Через портал госуслуг как все электронно оформляется, мы в 21 веке живем. Многие жители Карачаева-Черкесии уже оценили удобство портала госуслуг, который серьезно облегчил им жизнь, позволив меньше времени тратить на оформление необходимых документов. Вы пользуетесь порталом госуслуги? Да. Ага, что в основном вы там ищете, выполняете? Недавно мы загранпаспорта делали всей семье. Записывались в очередь, в общем, заполняли анкеты, очень многое делаем. Конечно, пользуюсь. Что вы обычно там делаете? Какие вы последние функции? На госуслуги оплату произвожу, ЖКХ. Межгород, даже не в том городе, где живу. Значит, мы обращались по поводу приватизации, по поводу продажи дачи. В общем, такие вот операции крупные, они хорошо прям нам помогли. Быстро все документы собрали, очень хорошо работают. Удобно, да? Удобно, очень удобно, очень хорошо. Вы пользуетесь порталом госуслуг? Пользуемся. Что вы там обычно делаете? Записываем ребенка в детские учреждения, кружки, школы, сады. В принципе, все. Штрафы смотрим, ГИБДД. Я меняла права через госуслуги, регистрировала машину через госуслуги. Все, что необходимо, там можно найти, я думаю. Я машину переоформлял. Очень удобно вообще. Услуги по переоформлению машины, еще там много других удобных функций. Получение каких-то справок. Буквально там в этом году я получал справку по тому, что нет судимости. Вообще, если без портала госуслуг, эта справка делается 30 дней. Я получил ее в течение 3 дней. Ислам Джукаев, Роман Баюра, Заур Лиев, Архыз 24.